В поселке Подпорожнянка начал работу медицинский пункт. До этого помощь врачей здесь не оказывалась на протяжении последних 8 лет. Теперь жителям поселка не нужно ездить в городские больницы. Ближайшая районная больница от Подпорожнянки, по словам жителей, находится за 20 километров, а потому добираться туда было непросто. Теперь в поселке свой медпункт. Обещали его сделать уже давно. Вы просили сделать здравпункт. Здравпункт есть? Есть. Ну что будет? Свобода нет. Здравпункт есть. В Подпорожнянке проживает 1500 человек, из которых более 200 детей, а потому поездки в больницу были накладными для местных жителей. Теперь в медпункте ежедневно будет работать медсестра, а в будущем планируется, что здесь будет дежурить и семья. Врач. Спросите, смогу, отвечу, смогу, помогу. И будем общаться, будем дружить. И всего вам хорошего. Будут периодически приезжать доктора. Будем выборочно делать. Если кто-то помнит, это было лет 7, 8, 10, что туда приезжали и гинеколог, и педиатр, и просматривали, профосмотры, женщина делали. Будут терапевты, кого надо еще будем делать. Передвижку, наверное, будем делать сюда, чтобы флюра делать, чтобы не туда, а здесь делать. То есть планы большие. Будем думать посадить семейного врача. С постоянным здесь пребыванием и даже, может, о возможности, чтобы он здесь жил. Уже в ближайшее время по графику будут проводиться профилактические осмотры детским врачом и профильными специалистами.